Всем привет, дорогие друзья! Начинается наш ежедневный влог, и мы сейчас идем с вами на шопинг. Значит, мы арендовали гостиницу. Гостиница у нас вот так вот, таким вот образом выглядит. Называется Best Western Plus Khan Hotel. Ну, то есть вот этот Best Western Plus, так подозревают, наверное, сеть, скорее всего. А Khan Hotel называется сама гостиница. Что, вот здесь вот? Вот здесь. Покажи вот эту крышу. Вот здесь бассейн у нас. Тут бассейн, да, находится. Так, пойдем. Ты знаешь, что мы заходили? Вот прямо там. Мы знаешь, что вот сюда, вот в этот магазин заходили с Оксаной, и тебе халат здесь искали. Мы не поняли, что это магазин для беременных. И мы купили халат, обрати внимание, вон они висят, вот здесь, в этом магазине. И только потом, когда я монтировала видео, я поняла, что мы купили, были в одежде для беременных. А так, конечно, красивые здесь халатики. Но это для беременных, мам. Мы тут мерили, на нас они смотрели во все глаза, но они не понимали по-русски. Мы им значит, мне халат халат для беременных перед купили. Магазином Фула, правильно, да, читается? Смотрю, распродажи здесь по 19 лир. Вот такие какие-то простенькие совсем сарафанчики на стройных и симпатичных. Так, а вот эту кофту, кстати, вот такую кофту, точно такую же, зеленую. Кто помнит, я на садоводе покупала такую кофту за энное количество денег. А здесь она стоит 15 лир. 15 умножайте на 11. Получите стоимость. Вот такие вот кофточки с капюшончиком. Тоже по 19 лир. Ладно, пойдемте зайдемте так внутрь. Джинсы белые. 29, ну 30 лир и 50 лир. В общем, не пойму. А, наверное, конечная начальная стоимость. Видите, вот эти, допустим, 40 лир стоят вот такие джинсы. А белые сколько стоят? Тоже 40 лир. Умножайте на 11. Так, это что у нас такое? Какие-то сарафанчики, да, такие? По 49 лир. Что? Вот такие типа комбинезоны фланцевые. Но для красоты сделано кольцо. 49 лир со скидкой. Стоило 99 лир. А сейчас, причем это, смотрите, сарафан комбинезон. Да. Такие платья разные. Так, я хочу себе найти что-то типа маечки какой-то симпатичный. Посмотрим юбки. Юбка вот такая вот удлиненная. 29 лир. Смотрите, это распродажа. Причем стоило 149 лир. Сейчас 79-99 лир стоит юбка. Так, а вот маечки, кстати, на бретелечках, как я хотела. Так, сколько такие майки стоят? 15 лир. 15 лир майки стоят. Мне написали, у нас в H&M по 300 рублей. А здесь 15 на 11 умножить, сколько получится. Мам, это, наверное, молодежная здесь, скорее всего. На второй этаж тебе или на первый этаж надо подняться. М-ка. Хорошо. Второй этаж магазина. Здесь все такое блестящее. Точно не на вот эту погоду, которая сейчас есть. Так. 29, 90, ну, в общем, 30 лир. Такие вот кофточки сделают. Идем с вами дальше. Ну, вот это вот ненатуральная ткань. 40 лир. Такие блузочки стоят. Маечки. Маечки такие я люблю, кстати. 30 лир такая майка стоит. В общем, преимущество синтетические ткани. 26 лир вот такие вот маечки стоят. Я вам ассортимент показала. А вы уже для себя решаете,
заходить вам сюда или нет. Так, брюки спортивные. 27 этаж. Курточка привлекла мое внимание. 99 лир такая стоит. Удлиненная куртка джинсы. Много женщин в платках. Наверное, турчанки сами себе здесь покупают одежду, скорее всего. Потому что здесь такие уже вот удлиненные платья. Очень оживленно на улицах Анталии. И самое главное, нравится, что нам далеко потом идти не надо. Раз, и ты на месте. Это самый-самый большой плюс данного отеля. Так, здесь, в общем, можно купить. Что здесь можно купить? Давайте посмотрим. Какие-то распродажи идут. По 9, ну, по 10 лир фактически цена. Футболки разные. Такие футболочки. 19 лир. 20. 20 лир. Обычные хлопчатобумажные футболки. Очень-очень легкие вот такие вот сарафанчики. 35 лир. Здесь масса вот этих мелких магазинчиков на улице, на этой торговой. 36 лир вот такие вот сарафаны стоят. Но это, правда, непонятно из чего. Да еще и сарафан брюки. А есть вот такие... А, ну это тоже не хлопок. Такой вот 50 лир. Но не хлопок. Шортики 40 лир стоят. Идем с вами дальше. Вот здесь маечки в этом ряду по 10 лир. Разные. Но я смотрю, очень мало натурального состава. Видите, какой состав? Состав не очень. Так, мам, сейчас в Катон пойдем. По правой стороне будет Катон, магазин хороший. А, тут Коллинз. Пойдем-ка в Коллинз. Это женский, причем, вот видишь, смотрите, здесь модели показаны. Видишь, что они в основном все зауженные, допустим, вот с высокой талией, вот такие вот. Что нужно смотреть. Не знаю. Сколько стоит? 150, ну, 160 лир. Фактически вот такие вот джинсы. Ваня на улице стоит, мороженое доедает. Цены. А вот так, вот такую куртку ты хочешь приблизительно? Болоневую ты говоришь. Нет, я говорю, такого, ну, ты плана хочешь? Красивый только. Красивый только. Идем искать красивые. Так, рубашечки. Рубашечки. Слушайте, ну я не вижу натуральных тканей. Вот это вот все, типа, вот что-то, я не знаю, конечно, что там. 100 лир. Ну да, полиэстер. А, вискоза с полиэстером получается. Вот чистый хлопок, допустим. Вот смотришь на нее, вроде бы издалека как хлопок выглядит. На самом деле, видите, вискоза полиэстер. Так, вот такие сколько стоят? 149 лир. Такая стоит. Вот это хлопок. Так, а мне вот здесь вот понравилось. Рубашечка вот такая вот жеванная. Но, правда, размер маленький. Сейчас посмотрю, есть побольше или нет. А, есть Excel у них. Вот, 100 лир. Хотела рубашку такую жеванную померить. Ну, это такие модели. Такие модели сейчас популярны. Нет, она тебе такая не подойдет. Тебе надо, наоборот, удлиненную какую-то. Не понравились тебе джинсы? Джинсы у них хорошие. Ну, конечно, все зависит от размера. Вот, допустим, футболки. Смотрите, какие симпатичные. На стройных девушках 50 лир. Вот это вот хлопок. Рубашки вот такие вот. Лен. Льняные. 75 лир. Разные расцветки. Я размеры не понимаю. Смотри, вот так, Ванек там стоит при входе? Да нет, стоит, я вижу. Нет, мам, ну не симпатичный. Нет. Мы сейчас перейдем напротив.
Я считаю, что выбор джинсов здесь очень большой. Просто нужно подобрать свою модель. Вот, допустим, темные джинсы. 200 лир такие стоят. 200 лир. Джинсы в маве очень хорошего качества. Вот такие вот темные джинсы. Так, в маве мы ничего не подобрали. Идем напротив. Вижу какой-то магазин. Написано 70% скидка. Индирим. По-турецки скидка. Я думаю, что многие уже это знают. Собака там лежит одинокая. Так, просили меня... Да, просили меня снять мужские рубашки тоже по ценам. Давайте сейчас покажу вам по ценам мужские рубашки. Вот такие вот. Кондей работает здесь на всю. 35 лир. Вот это хлопок. Рубашки хорошего качества. Так, вот такие вот просто голубенькие рубашечки. Тоже 40 лир. 40 лир. Так, вот такие вот рубашечки. 60 лир. Вот так вот они выглядят со стороны. Так, ну а мы пойдем сейчас в женский отдел. Немножко вам показала. Вот они, видите, все рубашки здесь от 40 лир начинаются. Пойдем наверх. Наверх у женского. Смотри, какие разноцветные на мужчин. Это вот в Юрином стиле. 25 лир. Я думаю, может быть, Андрею что-то такое прикупить интересно. Вот футболки, смотри. И красные, и желтые. Каких только нет. Сколько такие стоят? 30 лир. Ну, хлопок. Хлопок хорошего качества. Здесь второй этаж поднялись. Здесь много чемоданов продается. Здесь у нас фиксированная цена. 140 лир. Вот такой вот средний чемодан стоит. И здесь тоже одежда. Мам, это тоже для мужчин. Пойдем еще выше. Еще выше для женщин. А здесь в ассортименте джинсы от 70 лир, футболки от 20 лир. И чтоб там еще что-то три берешь, третья в подарок. Вот маленький чемоданчик. 130 лир такой стоит. Чуть на меня. Ага. Вот, вот по твоему типу. 209 лир стоит. Так, а вот здесь уже начинается женская одежда. Можно купить шлюпки разные. 10 лир такие стоят. Ну, 110 рублей по факту. Цены здесь низкие. Так, третий этаж – это обувь. А, нижний этаж, наверное, это мужская была обувь. 30. То есть обувь здесь тоже по фиксированным ценам. Вот этот вот весь ряд по 19,90 лир. Вот этот ряд 29 лир. Ну, правильно, потому что верх лежит там. Здесь кроссовочки 70 лир стоят. Отдел с купальником. Бикини 9,90. Поэтому здесь только много людей. Знаете, где обычно много людей, там, значит, дешевые цены. Купальники слитные. 30 лир. На 11 умножайте. 30 лир. О, кепки. Вань, можешь мне такую кепку себе купить? Она для маленьких девочек. Почему? 25 лир. Ну-ка, дай-ка сейчас померю. Здесь зеркало есть? Сейчас возьму такую розовую. Возьму вот такую вот еще. Ну-ка, пойдем глянем. А, вот такие вот купальники, смотрите. Как с юбочкой есть. Да? Сколько такой купальник стоит? Это высокие плавки. Ну, не плавки, а высокие трусы. 70 лир, да? Такой стоит. А это вот такой вот купальник, как с юбкой. Здесь многие, кстати, таких купаются. Особенно турчанки. А, 100 лир такой стоит купальник. Хочу кепку померить. А вот, смотри, тоже с юбочки такие. Купальники, юбочки. О, лифчики там еще. Опять Samsung. Ага, я нашла себе зеркало. Ну, это такой вот все. По низким ценам. Не мое. Кепки это не мое. Ну-ка, подержи. Вот это. Дай другую посмотрю.
голубая. Я говорю, почему кепки это не мое? Кстати, мы с мамой на рынке вот эти вот платки я себе купила. Ну, он платок, да, 8 долларов стоил. Здесь в магазине он стоит 60 почти. 59, ну да, 60 лир. То есть, ну, 600. Ну, так же приблизительно, кстати, и стоит. Только здесь еще он с резиночкой впереди. Подними, ай, смотри, какие наряды интересные. Что такое? Не промокай. А, это вот это для турчанок вот эти вот наряды. В общем, вот этот вот магазинчик, он шестиэтажный. Два этажа вниз, четыре этажа наверх. Мужская и женская одежда. Но мы там все ничего не подобрали. Здесь фиксированные низкие цены на рубашки. Так, а вот это у нас магазин Коллинз. Думаю, что Коллинз все знают. Написано тоже 70% скидок Индия Рим. Пойдем, наверное, сразу сейчас на второй этаж. Ну, давай здесь футболки ради интереса посмотрим, сколько. 20. А, подожди, не пойму, здесь мужская или женская? Вроде мужская. Мужская. Не, ну тут надо наверх идти. Коллинз хороший. Я себе тогда покупала много вещей. Коллинз. 119 лир. Джинсы. Смотри, какие цены хорошие. 119 лир. Модели разные. Так, вот мы идем. Женская у нас одежда здесь. Рубашечки у нас джинсовые. 100 лир рубашки стоят. Футболки по 34 лиры. Стоили 60 лир, сейчас 35 лир. Вот такие вот футболочки. Вот это вот уже хлопок, то, о чем я говорила. Но мне не нравится, что они короткие. Это на любителя. 35 лир. Идем дальше. Такие вот красненькие, удлиненные футболочки. 35 лир такие стоят. Розовые, зеленые. Здесь, видите, 70% скидка на все на это. Это у нас укороченные какие-то. Такие вот белые. Есть в морском стиле. 35 лир. Но здесь крайний размер у нас L. Крайний размер L. Так. Это женский, мам. Мы здесь с Оксаной кучу вещей себе купили. Здесь просто нужно искать. Смотреть, ходить. 120 лир. Вот такой вот стоит сарафан. Размер, интересно, какой есть. Я давно хотела себе такого плана купить. Сарафан джинсовый. Так. Такие вот сарафанчики. Это чисто джинсовые. Ваня все там хочет бирку, я так поняла, оторвать ты хочешь, да, Сенс? 50 лир. Такие вот футболочки стоят. Так, а вот это вот как раз на холодную погоду сейчас для Москвы. 119, ну 120 лир фактически. Крайний размер L. Вот это, мне кажется, хлопок. Угу. 47 хлопок, 53 лен. 79,95. Разных расцветок есть. Белые, желтые, голубые. Вот это хорошее качество. Так, вот такая вот белая рубашка. Ты себе рубашку не хочешь прикупить? Вот это очень хорошего качества рубашки. 49. Смотрите, скидка какая. 90 были, а сейчас 50. Практически в два раза скидка на рубашки. А мама что-то себе ничего не находит и ругается. Слушайте, не знаю сегодня какой день недели. Мама говорит, вроде среда. Но я что хочу сказать. Мы когда здесь были в апреле месяце, такого количества людей не было. Людей было много, но не в таком количестве. Алло.
Так, вот этот вот магазин, кстати, сейчас я вам его издалека покажу. Он работает по фиксированным ценам. Джейн Керлер. Вот здесь на третьем, по-моему, этаже, или на втором. По-моему, на третьем продается белье по фиксированным ценам. Потом у меня будет время, мы сюда зайдем, потому что мама сейчас ищет себе. Вот смотрите, от Флу раз, два, три. То есть внизу здесь всякая, ну, для дома мелочевка, там сережки. А вот на втором или на третьем этаже постельное белье хорошее. Так, мама у нас уже почти потерялась. Вот Катон, мам. А мы идем в Катон, потом меня еще просили снять обзор Фло напротив Катона, здесь же на этой улице Фло. Здесь, в общем, собраны все-все-все сетевые магазинчики. Ау. Купим, но чуть-чуть попозже. Так, давай, пойдем в Катон, посмотрим. Здесь у нас что? Интересного. Тоже у нас везде индирим, индирим, индирим. Скидки, скидки, скидки. Скидки, скидки, скидки. 160. Ну, 150. 150 лир вот такой вот сарафанчик стоит. Как на модели. Мам, ты вот можешь справа посмотреть длинные. Или ты такие длинные никакие не хочешь? От 79 лир. Такие. А вот, кстати, маечки на бретельках, как я и хотела. Майки на бретельках. 40 лир сейчас стоят. 40 лир. Так, желтенькие. Такие зеленые. Кстати, я зеленые люблю. Разные. Двадцать лир. Вот на тех, у кого фигура классная, вообще можно найти очень легко много всего. Здесь смотрите, какое количество футболок. Индирим 20 лир такие стоят футболки. Но здесь, конечно, очень-очень тонкий трикотаж, очень тоненький, который форму не держит. Если вот только фигура позволяет, тогда можно. 30 лир такие стоят. Так, здесь сколько? Два этажа вниз. Сейчас мы на Z находимся и два этажа вверх. Пятиэтажный здесь Катон. Сумки. Платьице. 90, ну 100, 100 лир со скидкой. Вот это совсем простенькие футболки по 17 лир. Так, сережки есть. Очечки, цепочки. Простенькие. Пойдем на женский этаж. Это все-таки такие более молодежные вещи. Самый крайний этаж у нас аутлет написано, где вообще все со скидками. Платья такие по 39 лир. Но если честно, мне что-то в глаза даже ничего хорошего не бросается. Здесь уже такая, знаете, мне кажется, сезонная одежда. Кстати, просили посмотреть спортивные брюки. Спортивные брюки. 40 лир стоит спортивные. Ну, оно вот оно, видите, все. От 40 лир. Ну, что-то здесь меня как-то вообще ничего не впечатляет, да? Индирим, индирим, индирим. А на что индирим? Сейчас с вами посмотрим очень внимательно. Ну, пуговки, понятно, что пуговки. Смотрите, какие рубашечки. Вот как раз к школе идеально. 50 лир такие рубашки стоят. Только вот не знаю, какой размер. Мне очень нравятся они, смотрите, с какими рукавчиками. Но здесь больших размеров нет. Сейчас посмотрим еще, где что. Такие вот рубашечки. 30 лир вот такая рубашка стоит. Пиджак. Ну, пиджак не очень хорошего качества. Так, еще посмотрим, что. Здесь у нас девочки. Сейчас посмотрите. Подарочек для тебя.
Так, футболки есть. Но что-то к школе, допустим, я никаких особо... Вот два вида, да, только было? Рубашечек. Есть маечки. Шорты 22 лиры, футболки 14 лир. Вот, кстати, по поводу рынка хочу сказать, что вот в таких сетевых магазинах цены на вот такие вот вещи, типа футболок разных детских, они ниже даже, чем на том рынке. Поэтому здесь вы хоть торговаться не будете, придете и сразу все купите. Сейчас одну секунду, я еще по детскому пройдусь. Просили посмотреть что-то типа школьной формы, но я пока что не вижу. Вот 29 лир вот такие вот. Кстати, а пуловеров там мужских не было? Я не видела. Пуловеры мужские. Вот для школы. Рюкзачки вот такие вот маленькие. По 60 лир такие рюкзаки. Ну, какой-то такой вот для школы, допустим, одежды. Я пока что не вижу. Ох, смотрите, какие на девчонок. Джинсы-то симпатичные. 80 лир такие. Мы всю эту торговую улочку и идем сейчас, зайдем в Марк Анталию. Благо, он близко рядом с нами находится.